Всем привет. Всем привет из Африки. Я нахожусь в таком красивом месте, вокруг столько зелени. Это на берегу реки Тарквелл. Потому что буквально 15 минут отсюда бушует песочная буря, и мы просто убежали, чтобы найти какое-то укромное место, где для вас снять немножко информации о том, что мы делаем. Ну, как вы уже заметили, мы являемся миссионерской семьей в Африке. И одно из направлений, в котором мы работаем, это работа с пасторами, с лидерами церквей. И в нашей команде работает 46 лидеров, миссионеров, местных миссионеров, африканцев, которые работают на приграничных зонах Эфиопии, Судана, Кении и Уганды. И часть из них работает на территории пустыни Туркана, где мы сейчас находимся. Другая часть, большая часть, работает вдалеке от пустыни Туркана, на приграничных зонах уже перечисленных стран. В чем стоит огромная вот нужда, огромный вопрос, который необходимо решить в этих местах, это передвижение пасторов, вот этих миссионеров, потому что ни у кого из них нету транспорта, нету даже мотоцикла и нету прав. В основном они ходят пешком, эти люди, и они из-за того, что они передвигаются пешком, они очень сильно болеют, очень часто люди умирают. Я знаю, в этом году мы только похоронили несколько таких человек из-за тяжелых климатических условий, с которыми им приходится сталкиваться. И мы бы хотели обратиться к вам с просьбой, чтобы вы помогли нам собрать финансы для мотоцикла. Каждый мотоцикл примерно стоит $1500, приблизительно около $100, ну, в зависимости от страны, плюс-минус, от 80 до $100 стоит права, для того, чтобы они могли сдать экзамены и уже получить права на вождение, чтобы это все было легально и, ну, не подвергалось каким-то преследованиям со стороны государства. Следовательно, нам нужна ваша помощь, друзья, и мы очень рассчитываем на вас. И добро пожаловать в Африку, потому что вы все, о чем мы постепенно будем снимать и показывать, и рассказывать, чтобы вы все это могли увидеть своими собственными глазами. Спасибо вам.